Крупы, макаронные изделия, мука и хлеб. В республике выросли цены на отдельные виды товаров. Одной из причин эксперты рынка считают режим повышенной готовности, когда жители скупали товары первой необходимости в больших количествах. В числе других причин – сезонный фактор и рост оптовых цен. И в этом случае правительство ищет возможности стабилизировать стоимость продуктов. Минэкономразвитие Чувашии на постоянной основе проводит следующие работы. Это обследование объектов торговли по вопросу формирования цен на отдельные виды товаров. Это молочные, плодоовощные продукты, булочные, бакалейные изделия. Разъяснительная работа среди работников торговли о недопустимости и необоснованности роста цен. Осуществляется взаимодействие с товаропроизводителями и торговыми сетями по вопросу регулирования цен на отдельные виды товаров. При этом на ряд продуктов цены, наоборот, снизились. Так, огурцы подешевели на 29%, помидоры на 7%, а рыба на 6%. На 2% упала стоимость жирного творога и сливочного масла. Олег Николаев обратил внимание на то, что необходимо развивать и поддерживать магазины шаговой доступности и объекты стационарной торговли, где можно приобрести продукцию местных товаропроизводителей. Такие магазины способны обеспечить население качественной продукции по ценам ниже, чем в крупных сетевых торговых объектах.